я брезгливый человек, и я не буду заходить в воду с полным человеком, точно так же, как я не буду заниматься сексом с полным человеком. Очень многим людям я, тем не менее, помогла. У публичных людей вырабатывается иммунитет к хейту. Я ненавидела школу, меня гнобили учителя. Я вообще скромно живу. Это настолько вот так по-колхозному, по-провинциальному хамить, быдлить.